Площадка перед памятником Ольги Варенцовой теперь называется «Молодежный сквер», и поступает он в распоряжение Комитета по делам молодежи. Новую площадку активисты принялись облагораживать со всем юношеским пылом. В подарок от Управления по благоустройству скверу достались новые пешеходные дорожки, бортовые камни и новый асфальт на сумму в 1 300 000 рублей. Ну, вот этот сквер очень важен для нас, потому что он нам сейчас даст возможность, вот новое покрытие даст возможность реализовать новый проект «Вальс на роликах», который у нас реализовался, в принципе, стартовал в том месяце, да, с новым покрытием возможность проводить будет лучше мероприятие, больше. Скверы в последнее время в городе появляются с завидной регулярностью. Глава администрации отметил, в ближайшее время еще несколько зеленых зон станут неприкасаемыми для застройки и смогут использоваться только для отдыха горожан. Ответственность за каждой власти и жители разделят поровну. Наша молодежь, активисты, они взяли шествие над этим сквером. Над студенческим сквером шествует и работу производит высшее учебное заведение. Сквер десантников мы также поддерживаем благодаря совместной работе с воинами 98-й гвардейской светской дивизии. Поэтому в данном случае общими усилиями наш город становится еще более красивым. Каждый метр своего сквера молодежь обещала максимально использовать. Далее активисты за рок и регулярно убираться на вверенной им территории. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.